84-м году, когда в Париже проводился первый международный конкурс артистов балета, я принимал участие в нем. И после заключительного концерта, который прошел с огромным успехом, я вышел за кулисы, и ко мне подошел невысокий человек и поздравил. Это был Нуриев, Рудольф Нуриев, который в 60-м году остался за границей. Это человек, который уже отрезан от Родины. Забывали все его достижения, все его успехи, былые его заслуги. Это все было под забвением. И по приезде в Ленинград, буквально спустя месяц, в театре появился французский журнал «Dance Magazine», где была фотография. Мы стоим рядом с Рудольфом Нуриевым. Меня вызывали на разговор, так называемый разговор. Я думаю, всем понятно. И после этого буквально 2 года я никуда не выезжал. В общем, времена, к счастью, стали меняться, и в дальнейшем я стал так называемым выездным. Сейчас снимается много тех совершенно немыслимых запретов, на мой взгляд, глупостей, которые были в свое время. И слава богу, начинают, в общем, люди как-то поднимать голову и понимать, что они люди, а, в общем, не рабы, не какие-то крепостные. Сейчас такое время, которое не хочется упускать.